Так, свинка, смотри. Опа! Все, у меня теперь есть одна перевернутая свинка. И да, я размножил тут осликов. Там, кстати, Костянчик там вообще вдалеке. Я наконец назвал. Тут у меня все коровы. Мне еще не хватает сюда коричневую грибную корову. И овцы. Две радужные, одна обычная. Может, мне еще одну обычную перевернутую? Ну, ладно. Кстати, это телега. Я тут до серии немножко построю там несколько вещей. И несколько вещей строил еще несколько дней назад. Сейчас я вам их покажу. Раз. Я построил больницу для животных, которая находится передо мной. Сейчас вам покажу ее. Вот она. Вот такой проход из зелени. Тут слева у нас цветочки. Заходишь, и тут 4 кроватки. Это если что, там вылечишь животные, чтобы они полежали. Вот для них клетки. Так заходишь, и все. Больше тут ничего нету. Ну, окно, ну, цветочки, все. И эти зелья всякие. И да, я еще построил вот эту мельницу. Мне кажется, прикольно получилось. Что в ней, я, наверное, потом покажу. Что это было? А, это ты! Так вот, что я еще построил? Все знают вот эту дорогу до отеля. А тут ничего не было. Тут были обычные сиденья, но тут теперь проход вот сюда. Кстати, вот это прикольно получилось, что так вода стекает. Мне нравится. Так, идем и вуаля. Это алтарь. Здесь... Можно я вырублю эту музыку? Как-то адское обновление, как-то не очень. Музыка это страшно, на Майнкрафт не похоже. Зачем же мне нужен алтарь? Все же знают, что я открываю сервер, ко мне могут прийти какие-нибудь жители, которые заселятся, там парочка какая-нибудь. И они захотят пожениться. Они спокойно сюда придут и поженятся, и все. Больше ничего. Мне очень нравится вот это, что стекает вот так. Прикольно, как будто вот сюда стекает вниз. Это нифига. Вот такая постройка у нас получается. Нам нужен редстоун, песок, раздатчики, вода и вот эти плитки. И кнопочка. Вот. Надо делать вот так. Дэш! Охренеть. А давайте проверим, я до Эйфелевой башни долечу. До ее верхушки. Полетели. Ну, почти. Мала вероятность, что тут можно приземлиться на воду. Подождите. Охренеть. Меня реально в стратосферу запустили. Это нужно нажать, подпрыгнуть, и тебя еще...
Это круто! А, я почему-то взлетел. Так, все пошло не по плану. Так, еще раз попытка номер два. Во! Я выше Эйфелевой башни взлетел, охренеть. Охренеть. Я, походу, не записал момент, где я строю. Я сейчас все повторю для вас. Потому что вы ни хрена ничего не видели. И я тоже дебил, ничего не записал. Смотрите, берем песочек, песочек, песочек и песочек. Станет сюда раз, два, три. Раз, два, три. Короче, 12 раздатчиков. Три на каждую сторону. Теперь здесь делаем вот такую ямку. Оп, оп, оп. Оп. Здесь не важно, можно песок, можно что хочешь. Теперь это все заливаем водой и делаем вот так, то что соединяем это все редстоуном. Оп, 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 оп. Так, записываю. И вот здесь ставим кнопочку. И здесь заполняем динамитом. Все вот эти 12 раздатчиков заполняем 12 динамитами, как вот здесь. Каждая по две, по динамитам. И получается примерно вот так. Ой. Прикольно, когда подпрыгиваешь. У-ху, охренеть. Как легко запрыгнуть на Эйфелеву башню. Крутяк. Сразу скажу. Так. Сейчас я вам покажу, как надо рубить все предметы. А. Так, проблемы, 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 проблемы. А большие проблемы тут и там. Отопление. Тенс, тереренс, тереренс, тенс, тереренс, тенс. А, так, и что-то очень плохо. На. А, как-то не очень получилось. Ну ладно, в жопу. Хоть как-то. Оп, оп, оп. Я еще в следующей серии, наверное, на этом аттракционе кое-кого запущу. Конечно, выжить тут. Если играть на выживание, то тут выжить, ну. А, еще вот это, да. Ну, ну, процентов на 15 то, что выживешь, и процентов на 85 то, что не выживешь. Потому что тут очень сложно попасть в воду. Не знаю, я не пытался сделать больше конструкцию. Я хочу построить эту конструкцию около Эйфелевой башни, чтобы можно было легко до нее добираться. Ой, мне еще полчаса это убирать. О, а вот и динамиты подспели. Урожай динамитов просто. Так, ой. Короче, эту мы убираем. А! Зелье! Зелье прыгучести, я убрал зелье прыгучести. Так, пойдемте. Осел! Осел, мужик! Дай загляну под хвост. Не, не надо. Ну вот опять. Как на выживании. Вроде бы я одет, но не показывает. Не туда. Так. Я хочу построить на место вот этого батута. Потому что я проверял, что возможно ли попасть с Эйфелевой башни на эту штуку. Как показала практика, возможно, но не с первого раза, потому что это нужно, чтобы ты летел именно не просто вниз, а еще чуть вперед.
Потому что так приземляешься куда-нибудь вот туда. Конечно, можно было Эйфелеву башню поуже сделать, но какая есть, все равно это уже достижение, потому что я прям пропотел, когда это строил. Хоть я и с друзьями, но мы все пропотели. Что за звуки, я не знаю. Так, песок. Что там еще было? Раздатчики. Что там еще было? Не знаю. Так, нужно именно вот здесь построить. Около дерца. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Песочек, 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 песочек. Нет, тут уже песочек есть. Эть. Заливаем все водичкой. Куда? Все. Поднимись. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Я на Эйфелеву башню. Не, я не подпрыгну. До свидания. Оп. Почти! Да в смысле? Почему я допрыгивал, а сейчас не допрыгивал? О-о-о! Почти! Ну, подождите, подождите. Мне нужны крылья. Где мои элитры? Я их убрал. Я их просто убрал. Я играл на выживание и убрал. Возможно долететь. Смотрите, ща. Оп. 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 Опа! Возможно. Все возможно. Сейчас водичку попаду. Нет, я вообще не попаду. Но нужно это сейчас все осветить, чтобы было нормально все видно. Оп. Теперь быстрый способ добираться до Эйфелевой башни по этой лестнице, которую мой друг сделал. Вообще какая-то тупая лестница. Так, мы должны взять, мы взяли прыгучести. Суперскорость. Ой, суперпрыжок. Прыжок, прыг-прыг. А чё, мне нравится. А может я вообще здесь какой-нибудь парк аттракционов сделаю? Под Эйфелевой башней. Ой. Ой, какие у меня идеи тут. Я вообще тут красоту устрою. Тут будет у меня парк аттракционов прям под Эйфелевой башней. Вообще крутяк. Давай. Блин. А вот странно, почему когда эта конструкция взрывается, она... не взрывается, потому что она остается. Вот мне кажется, что в этом виноват песок, именно песок. Может он? Интересно, смотрите, если я сейчас вот так сделаю, я же не взлечу, да? А, не, смотрите, я взлетел. Значит, даже так толкает. А, интересно, если я расширю эту фиговину. Что будет. Но ладно, это же к следующей серии. Ну, ребят, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать самые новые серии на моем канале. Овечка, давай взлетим вместе. Стой! Подожди! Ну, а с вами была Саша, всем пока!
Овечка, ну давай, ну иди сюда, ну давай полетим вместе. Ну давай, ну ты ж добренькая, да? Черненькая, добренькая. Черненький, недобренький. Идешь за мной, да? Идешь. Давай взлетим вместе. Полетели. Пока. Ой, ты жива, да? Вот умница. Так, куда бы тебя пришпандолить? Вот. Вот здесь стой. Все. Ты будешь здесь.